Купание в акватории реки Лена в районе города Ленска официально запрещено. С таким решением ленчане категорически не согласны. Купальный сезон открывают рано, не дожидаясь падения уровней воды. Вот и в этом году особо смелые купались уже на День России. Температура воды в это время не превышала и 10 градусов. Вода еще до сих пор не прогрета в водоемах. И разгорячившись, да, можно прыгнуть в воду и иметь неприятный либо летальный исход для здоровья. С началом лета в Ленском районе вводится особый режим безопасного поведения на водных объектах. Такое решение совместно принимают специалисты районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Этот режим продлится с 10 июня по 10 сентября. В это время патрульные службы будут следить за отдыхающими на всем протяжении береговой линии в районе города. Но запретить купаться совсем, конечно, не смогут. Мы вот ведем профилактическую беседу, направленную на то, чтобы донести до людей, чем опасно незнакомое место в принципе. Потому что заходя в воду, либо ныряя, да, в незнакомом месте, вы не видите, что под водой. Таким опасным и незнакомым местом считается весь берег реки. Ежегодно ледоход полностью меняет рельеф дна. И там, где в прошлом году была мель, сейчас может появиться глубокий котлован. Мешают оборудовать места для купания и нестабильные уровни воды в течение лета. Берег у нас обрывистый. И фарватер реки, он в зависимости от уровня воды может резко поменяться. То есть, если даже сегодня мы в акватории реки, в границах нашей территории начнем что-либо строить, нет никакой гарантии, что завтра не поднимется уровень воды и не смоет наши все эти объекты. Как это бывает и в излюбленном месте отдыха ленчан, на гуляющей косе Первого острова. Она появляется при низких уровнях воды и в простонародье называется пляж. В жаркий летний день здесь яблоку негде упасть. Но отмелевшая коса таит свои опасности. Ежегодно здесь тонут люди. Но установить посты спасателей возможности нет. Единственным напоминанием об опасностях, которые таит в себе река, должны стать информационные аншлаги о запрете купания. Пока они не установлены, прошлогодние испортили вандалы. Но они, конечно, не остановят любителей пляжного отдыха, зато снимут ответственность с городских властей. Олеся Васёва, Михаил Сенаторов, телеканал «Алмазный край».